ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. Уже 5 лет подряд в республике проводится конкурс среди лучших чтецов Священного Корана. И с каждым разом на него собирается все больше желающих проверить свои возможности на мероприятии такого масштаба. Муса Дудов начал изучать Коран с 10 лет. Научиться читать Священное Писание было его давней мечтой. Овладев необходимыми знаниями, он задался вопросом, а насколько хорошо у него получается. Конкурс чтецов – лучшая возможность это проверить. Этот конкурс лично для меня стал еще одним таким поводом опять более глубоко изучать Коран, больше внимания на него обращать. Вот это очень большой стимул для развития шариатских наук, ислама, вообще религии в нашей республике. Как отметил председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджибердиев, внимание уммы к конкурсу растет с каждым годом. По его словам, люди соревнуются между собой со дня сотворения. В итоге среди них определяется лучший, который преуспел в своем деле и на кого следует равняться. В каждой мечети учатся, читают, они тоже проводят конкурсы. И вот в конце уже из каждого района уже направили сюда тех, которые стали лучшими. И вот этот республиканский конкурс мы уже делаем постоянно. Все это происходит благодаря тому, что у нас в республике и в России спокойствие. Хвала Всевышнему. Участие в финале конкурса чтецов приняли победители муниципальных этапов, проводившихся в селах и районах Карачаево-Черкесии. Из числа подавших заявки было отобрано около 30 участников, а в состав жюри вошли имамы, кадии и хафизы нашей республики, которых в итоге ждал непростой выбор – назвать лучшего из лучших. По определенным правилам чтения Корана и по дополнительным вопросам определяется и одновременно и умение читать, и одновременно познание по фикху и по тем правилам, которые были озвучены. Есть правила, в соответствии с которым наша жюри определяла компетентность участника. Конкурентов поделили на 5 возрастных групп. Самая младшая – дети до 15 лет, самая возрастная – от 70 и старше. Отдельной группой на конкурсе были представлены профессиональные чтецы, выпускники и учащиеся мусульманских учебных заведений. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в своих категориях, получили денежные призы в сумме 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно. А наградой для абсолютного победителя конкурса стал приз от главы региона Рашида Тимрезова «Поездка в хадж», которая единогласным решением жюри была присуждена уроженцу аула Хабес Зауру Кятову. Все конкурсанты были достойны. Так получилось, что жюри выбрало меня. Хамдулилля. Эмоции не передать словами. Очень обрадовался, что получится осуществить мечту, поехать в землю двух святынь, посетить священную Каабу, совершить обязательный хадж. Также на конкурсе были определены победители в 7 специальных номинациях, в том числе за усердие, за волю к победе, за звонкий и громкий голос и за выразительность прочтения. Также в этом году были разыграны 2 путевки от главы региона в Малое паломничество – Умру. Их обладателями стали Мурат Бердиев и Денислам Байрамуков. Организаторы конкурса надеются, что посредством таких мероприятий смогут приобщить к глубокому изучению основ традиционного ислама все больше мусульман самых разных возрастов. Мадина Лайпанова, Ренат Ибрагимов, Станислав Сушков, Архыз 24.